Сегодня как бы, с утра начались по мне звонки о том, что на сайте городского совета в разделе петиции была размещена петиция под названием «Женщины за мир. Восстановление мира в Донецкой и Луганской области. Отмена творческих сил ООН и вход Украины в НАТО». От Любви Шелеви Леонидовны. Значит, ну, насколько я понимаю, и по тем заявлениям, которые она уже сделала, и в СБУ, и здесь в Госсовете написала обращение, чтобы эта петиция была снята. На сегодняшний день ее уже нет на сайте петиции. Значит, петиция фейковая. Значит, никто ее из депутатов городского совета под именем Любви Шелеви Леонидовны не писал. Резонанс пошел, и иногда эти вещи делаются не столько, знаете, не на внутренний рынок, на наших потребителей, где друг друга мы все знаем, кто что из себя представляет и кто каких взглядов. Да? Наверное, все-таки такие иногда вопросы информационные делаются для того, чтобы их размещать на других новостных сайтах, всеукраинских и так далее, вот для этих целей. Я думаю, здесь может быть и преследуется эта цель, но еще раз говорю, я думаю, день-два подождать, мы увидим, как дальше будет эта новость обрастать дополнительными, может быть, слухами, может быть, новостями и так далее. А может быть, ничего и не будет, посмотрим.